Здравствуйте, меня зовут Рима, и вы на моем канале, где я делюсь с вами своими рецептами без глютена и молочных продуктов. Сейчас на улице лето, и в качестве десерта хочется что-нибудь неприторное и освежающее, и поэтому мой рецепт – это клубнично-кокосовый десерт. Я беру 750 грамм замороженной клубники, но можно использовать и свежую клубнику. Даю ей разморозиться и затем измельчаю в блендере. Добавляю банку кокосового молока и добавляю немного подсластителя. У меня это сироп агавы, без сахара, чистый сироп. Я добавлю 2 столовые ложки. Можно использовать любой подсластитель, а можно вообще не добавлять никакого подсластителя. Затем я перемешиваю миксером, а можно перемешать просто обычным венчиком. Для десерта такая консистенция не подходит, слишком жидкая. Поэтому я добавляю 5 грамм ксантановой камеди. Ксантан не изменяет цвет, вкус и запах продуктов, и поэтому очень хорошо подходит для десертов. Перемешиваю и разливаю в форму для мороженого. Затем отправляю десерт в холодильник на несколько часов. Можно его оставить там на ночь. Он станет прохладным и загустеет. Сверху я посыпаю кокосовой стружкой и украшаю клубникой. Клубнично-кокосовый десерт готов. Приятного аппетита! Не забывайте подписываться на мой канал, писать комментарии и ставить лайки. Всем мира, добра и удачи!